Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». Я Саша Карельский. Вы смотрите рубрику под названием «День знаний». Алга. Многие из почитателей творчества Димаша Кудайбергена, да и просто люди, впервые услышав голос этого артиста, испытывают самые разнообразные чувства, эмоции и ощущения. По многочисленным комментариям к видео выступления Димаша с уверенностью могу сказать, что каждый второй покрывается мурашками, услышав его неземной голос. Если с вами такое тоже было, обязательно поставьте лайк. В этом выпуске я попробую разобрать тему мурашек и ответить на вопрос, почему голос Димаша так легко проникает под кожу. Исследователи из Франции выяснили, почему любимая музыка вызывает мурашки по телу. Команда обнаружила, что области мозга, отвечающие за эмоции, движение и обработку звука, вместе создают выброс гормона удовольствия – дофамина. По словам исследователей, причина, по которой люди получают такое большое удовольствие от музыки, заключается в том, что наш мозг ожидает продолжения песни. Исследователи предложили 18 участникам эксперимента прослушать любимые песни, которые в среднем длились 90 секунд. Внутри аппарата МРТ, томографа и при использовании электроэнцефалографа. Все эти приборы уловили всплески активности нервных цепочек именно в эти моменты, а испытуемые почувствовали волну мурашек по коже. Ученые выяснили, что цепочки нервных клеток соединяют центры удовольствия и слуха. Исследователи отмечают, что музыкальное удовольствие – очень интересный феномен. По их словам, дальнейшее изучение выявления музыки на мозг поможет понять причину того, почему же музыка приносит такое большое удовольствие. Ну что же, самое время спросить вас, дорогие друзья. Расскажите, от каких песен Димаша вы покрываетесь мурашками? Потому как почему это происходит, вы только что узнали. Алгадиарс. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.